Я первый раз на этом замечательном фестивале. Очень мне нравится фестиваль. Очень хорошо кормят здесь. Песни поет прекрасно. И я решил свое выступление в качестве автора музыки, в качестве композитора, начать со своего самого значительного произведения, которое, ну, я им по праву горжусь. Дело в том, что все, что для меня было написано в мировой истории музыки, писали все композиторы, в том числе и великие, исключительно для людей. А я написал «Марш ежей», который, по моему замыслу, должен объединить ежей разных стран и континентов и придать их движению единое направление. Ежи мое произведение не оценили, а вот людям нравится. Это приятно, хоть так. А я представляю вашему вниманию Ульяну Григорьеву. Хотел сказать, приглашаю, но я уже без приглашения. Песня Алексея Рожкова. Но 12-ю крысою меня назначил педагог. И вот стою я за кулисами с еще 11-ю крысами. Стоим и в общем разговариваем, что нас сценарий не устраивает. Он написан как-то скучно, мы во мнении сошлись. Но вот как один щелкунчик победил 12 крыс. Ведь щелкунчик — это Юра, а на Юру посмотри. У него по физкультуре кое-как выходит 3. А мы бегаем быстрее, а мы плаваем почти. И на школьной перемене мы всех сметаем на пути. А Юра щелкает задачки. Короче, безнадежный мальчик. И не хотим мы притворяться, на сцене дохлыми валяться. А пусть померяется силой с нашей армией крысиной. О, зовут на сцену крыс. Ну, щелкунчик, берегись. Спасибо, друзья.